Невыполнение долговых обязательств перед Москвой обойдется Киеву дороже, нежели честный возврат кредита. Об этом правительство России напомнило украинским властям в специальном заявлении. Если наша страна будет вынуждена обратиться в суд, то Украине придется, кроме основной суммы долга, искать деньги на погашение штрафов за просрочку и на покрытие судебных издержек. На сайте нашего Кабмина подчеркивается, позиция остается неизменной. Украинская страна должна расплатиться полностью и в срок, то есть до 20 декабря этого года. Это заявление стало ответом на очередной пассаж премьера Яценюка, который накануне в Раде высказался, что Киев не намерен расплачиваться с Москвой как-то иначе, чем в рамках программы реструктуризации, которая предусматривает списание значительной части долга. Помню, в конце 2013-го Россия выкупила государственные облигации украинского правительства на сумму 3 миллиарда долларов. Киев добивался у МВФ признания этого кредита частным, но вносил платежи по графику, чтобы не пришлось объявлять дефолт.